13 по 15 мая в Нерюнгри прошел отборочный этап регионального фестиваля ГТО. Его участниками явились учащиеся образовательных организаций 3 и 4 ступени, то есть дети 11-12 лет и 13-15 лет. Всего в отборочном этапе приняло участие 13 школ со всего Нерюнгринского района. Всего через испытания прошло около 200 человек. Организаторы включили в число участников так называемую первую ступень, то есть детей 6-8 лет, с той целью, чтобы подрастающее поколение могло понаблюдать за тем, как старшие товарищи выполняют нормативы ГТО. По итогам этого фестиваля мы отбираем лучших детей, которые войдут в состав сборной Нерюнгринского района. 8 человек третьей ступени, 8 человек четвертой ступени, по 4 мальчика, 4 девочки. Сборная команда Нерюнгринского района будет представлять наш район, спортивный район в республике.